Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша рубрика «Короткий актуальный о кашруте». И мы сегодня поговорим дальше о кашировании посуды, а точнее, после того, как мы выучили вопросы окунания посуды в микву. На прошлом уроке мы обсудили вопросы базисные, то есть, скажем так, критерии каширования посуды к таковой. Сегодня мы поговорим о вопросе, когда нам нужно и кашировать посуду, и окунать ее в микву. Что раньше? Сначала кашировать, а потом окунать? Или окунать, а потом кашировать? Или вообще нет никакой разницы? Дело в том, что иногда человеку да, приходится окунуть в микву посуду и также ее откашировать. Например, человек покупает на каком-то аукционе какой-то старинный набор ножей, вилок и так далее, серебряных и такие, которые привозятся из-за границы. Какой-то аукцион, древнее что-то. И он хочет их использовать. Дело в том, что эта посуда была у нееврея, скорее всего, и она нуждается в окунании микву. С другой стороны, ей, наверное, же пользовались. И когда ей пользовалась, стала некошерной. По этой причине требуется, чтобы ее откашировать. То есть нужно сделать две вещи, потому что ее так использовали. И вопрос поднимается, то есть что нам делать? Сначала кашировать, а потом окунать, или сначала окунать, потом кашировать, или нет разницы. Давайте разберемся. Талмуд, трактат Авуда Зара на 75-м листе, второй странице говорит «Магиль'ан умадбилан вэгэн тэгурэ». То есть, да, каширует их, то есть тут имеется в виду, каширует с помощью оголы и окунает их, и они чисты. Рашбам и Атур понимают гмару, что агала, то есть, в принципе, каширование должно быть первым, а окунание в микву потом. Почему? Ответ очень прост. Дело в том, что окунание в микву должно добавить святости и ввести посуду в святость народа Израиля. То есть, когда она становится, принадлежит теперь еврейскому еврею, она должна войти в святость тоже, сама посуда. До того, как она была до этого во владении нееврея и не была в святости народа Израиля. Но человек, который пытается добавить святости в посуду, в то время, когда некошерные, то есть продукты в нее впитаны, то есть впитал некошерный вкус, и там есть она сама некошерная, он похож на человека, который окунается в микву, держа в руке шерсть, держа в руке падаль, которая его оскверняет. То есть он окунается и держит снова эту падаль в руке, которая его оскверняет, снова оскверняется. То есть, в принципе, бесполезное занятие. Его окунание в микву, в принципе, прошло впустую. Это подход Рашбама и Тура. С другой стороны, есть другие решоним, другие мудрецы первых поколений, времен Средневековья, которые считают по-другому и спорят с подходом Рашбама и Тура. Они объясняют, что мы находим не раз, не два всевозможные случаи, когда добавка святости происходит до того, как происходит непосредственно очищение от нечистоты. Например, зав. Человек, у которого есть, скажем так, из его интимного места определенные выделения, которые делают его в разряде духовной чистоты, называющейся дав. И на него нужно поливать его мейхатат, то есть нужно поливать определенным составом, то есть между красной коровой и так далее, перед тем, как он окунется в микву и очистится. То есть, в принципе, освящение мейхатат, вот этой вот воды с пеплом красной коровы, она очищает его, то есть, скажем так, освящает его до того, как он по-настоящему очищается в микву. Таким образом, у нас есть, то когда есть процесс какой-то, в котором есть две части, то нет никакой разницы, что раньше другого. То есть, в принципе, можно, с одной стороны, откашировать и потом в микву, или сначала в микву, потом откашировать. То есть, в принципе, нету разницы. Это второе мнение. Есть третье мнение, которое мы находим в решении, в мудрецах первых поколений, и это, что изначально нужно, да, соблюдать порядок. Сначала кашировать, а потом в микву. Но постфактум, если вдруг уже окунули в микву, а потом откашировали, то все нормально, то есть, в принципе, это тоже кошерно. Хотя изначально так не надо делать. То есть, вот перед нами три мнения. Одно мнение – сначала кашировать и потом окунать в микву. Если так не сделали, то это не кошерно. Другое мнение – все равно можно так. И третье мнение – изначально по порядку сначала кашировать, потом миквы. Но постфактум, если сделали наоборот, то беседа, кошерно. Окей. На Галаху Шулхан Арух в разделе Юреды А – 121 глава, второй параграф приводит мнение устрожающих. То есть есть четкий порядок. Агала
твила, то есть кашарование, окунание в микву, и если его изменить, не кошерно. Но добавляет он еще и разрешенное мнение, скажем так, под параграфом Ешумрин, то есть те, которые говорят. И по мнению Шульхан Аруха, если он приводит центральную идею, и потом после этого приводит Ешумрин, то есть да, есть те, которые говорят, то Галаха как первая вот эта центральная идея без, скажем так, Ешумрин, то есть да, есть те, которые говорят. Таким образом, в принципе, Шульхан Аруха нужно соблюдать правила. Сначала каширование, потом миквы. И так это работает закон. С другой стороны, есть очень интересный момент, что Дагуль Мирвава, Раби Хискаль Ланда, автор Нудаба Иуда еще, приводит интересный аспект, что если посуда и на бат юма, то есть в принципе 24 последних часа ей не пользовались, например, как тот набор посуды, например, не посуды, а посуды, ножей, вилок и так далее, серебряных, которые привезли за границу, и скорее всего 24 часа уже никто не пользовался, то тогда в любом случае вкус там, то есть да, вот этот вот запрещенный внутри, впитанный внутри посуды, он погум, то есть он уже испорченный. И таким образом, из-за того, что он испорченный, можно уже окунать в микву эту посуду до того, как ее откашируют, и это можно ликатхило, то есть изначально. То есть это, нет с этим проблем. Почему? Потому что, как мы сказали, запрещенный вкус испорчен, и он не считается как тувель вешер бьяцо, то есть не считается, как будто окунаешься и держишь в руке падаль, которая тебя скверняет вновь, потому что испорчено. С другой стороны, другие мудрецы последних поколений, Ахруним, не приняли его подход и его постановление. И они объяснили, что после того, как мудрецы постановили, что запрещено пользоваться посудой, в которой впитан запрещенный вкус, даже если уже прошло 24 часа, даже если это ина бат юма, они соединили в законе посуду, в которой есть испорченный вкус, с посудой, в которой вкус не испорчен, то есть внутри 24 часов. Таким образом, из-за этой гзыры, из-за этого постановления, человек, который окунает эту посуду без того, чтобы ее откашировать, он похож на человека, который тувель вешерец бьяду, то есть он похож на человека, который окунается в микву и держит оскверняющий его падаль, из-за которого он снова должен идти в микву. Таким образом, мы сказали, на галаху мы устанавливаем, что сначала кашируем, а потом окунаем в микву. На этом все. До новых встреч. Увидимся. Всего хорошего.